здравствуйте, я Оксана Шереметьева. Сегодня я в прекрасном городе Рапалло. Вот у нас там такой прекрасный закат в горах. И исходя из своих последних консультаций, я много слышу от вас вопросов и запросов на тему диагностики отношений. И сегодняшнее видео я хотела посвятить именно этой теме. Как диагностировать отношения со своим мужчиной, или не со своим мужчиной, просто отношения. Как понять, что это тот человек, и как подняться на новый уровень. Первое, ни для кого не секрет, все мы знаем, что любые отношения строятся на притяжении тела. То есть, если вы познакомились, между вами возникает определенная искра. Есть притяжение тела. Вы притягиваетесь друг к другу, соединяетесь и таким образом обмениваетесь энергией. Этот уровень отношений называется чувствование. То есть, это тогда, когда вы просто есть. Когда вы просто здесь. Здесь есть продолжение, вы можете подниматься дальше, подниматься выше, на второй уровень, на сердечный уровень. И тогда уже здесь происходит, кроме притяжения тела, уже происходит взаимообмен более высокий. Уже хочется дарить подарки, хочется принимать подарки, вы уже способности какие-то открываете к тому, чтобы заботиться о другом человеке. Соответственно, этот человек хочет о вас заботиться. И только после этого, когда закрылся у вас второй уровень, энергия может двигаться дальше и подниматься на все выше, тогда, когда вы уже готовы показать своего мужчину, или мужчина готов показать свою женщину, свою партнершу, как свою единомышленницу, своему окружению, своим друзьям. То есть наступают какие-то общие такие социальные вещи, какой-то социальный круг общий появляется. И тогда это уже уровень, где есть определенная гордость друг другом. И этот уровень, он уже называется иметь. То есть, если первый у нас быть, второй это что-то делать, то третий это уже иметь. Так вот, диагностика ваших отношений заключается в том, что идеальным решением будет, когда все три ваших котла, нижний, средний и верхний, будут полностью заполнены. И, соответственно, если вы чувствуете, что у вас только хороший секс, только какие-то хорошие на уровне чувствования отношения, но вам не дарят подарков, а вас не хотят заботиться, за вас не хотят брать ответственность, то есть все равно, что у вас на сердце, или тем более человеку все равно, что у вас в голове, то, соответственно, вы уже делаете определенные выводы. Бывает так, что человек и заботится, и ответственность принимает, и единомышленником является, но по нижнему котлу что-то не то. Таким образом, вы уже понимаете, что нужно делать, на что обращать внимание, и где, в каком месте нужно наполнять вашу энергию. Что диагностируйте свои отношения, будьте счастливы и любимы.